подставил! Всем привет, добро пожаловать на мой канал Тилька Плей. Мы сегодня с тобой поиграем в Гренни, а вернее Спанч Боба Гренни. Еще раз мы пытаемся сбежать в игре Гренни, но только вот с этим вот странным модом Спанч Боба. Надеюсь, что тебе нравится, поддержи меня лайком, подписывайся на канал и давай начинать. Еще разочек, что дадим шанс, собственно, нашему пацанишке. Давайте, играем на нормальном уровне сложности. Мы так и не смогли с тобой пройти в прошлый раз, потому что игра у нас сломалась. Открыла новую секретную концовку, собственно, и поэтому как бы да. Все как всегда, но мы с тобой идем в бикини опом, хотел сказать. Мне очень обидно то, что нам не показывают с тобой вот эту вот заставку, как нас вот, прикинь, мы бы шли по лесу, ну вот по этому водному, подводному, и на нас бы накинулась бы такая красивая бабка, как будто у нее экземы какие-то на руках, набросилась бы на нас и устроила бы нам кузькину мать. Но устроим кузькину мать мы ей, потому что она должна нас бояться, а вернее Спанжи, мне кажется, он где-то здесь ходил. У меня вылетела игра, поэтому... Бабка Боб, квадратные щи, возвращается еще разочек, мы с тобой день первый начнем сначала. Что-то пошло не так. Игра, видать, такая сама по себе баговая, это мы выяснили из первой части прохождения сие вот этого вот классного шедевра с бабкой классной. Распрекрасный. А рыбки так и так весело, позитивненько. А прикинь бы, весь такой хоррор был. Да нет, это было бы не так интересно. Это не была бы та самая знаменитая бабка. А так как бы она знаменита и знаменита. Ладно, пойдем. Давай с тобой заходим сюда. Тут подушка, можно удушиться в ней. Сразу лежит сходу у нас часть для пукашки. Для пукашки, чтобы сделать пук-пук-пук-бах-бах-бах. Мне не нравится здесь только одно, то, что реально не скрипят половицы. Нет той атмосферы, в которой мы... Ну ты еще дурачок, что ли? К которой мы уже привыкли. Спанжи! Ну дай пройти-то, ё-моё, дай. Фотки я не поняла, в чем прикол этих фоток, я их пыталась вставить, но что-то они ни хрена не вставились. Я вообще не слышу, где бабка. Ты слышишь, где она? Я не слышу. Давай посмотрим, что лежит здесь. А здесь, походу, и ни хрена не лежит. Обидно. Я что, зря сюда перлась, что ли? Видать, зря. Видать, зря. А что тут-то у нас? Так, тут лежит еще кусок, кстати, мухи. А почему оно снято с крюка? А в прошлый раз висело даже. Мне кажется, эта игра играет как-то по своим каким-то там правилам. То есть вот так, да? Ага. Здоров, ребят. Я посмотрю сквозь стены, где бабка. Кто-нибудь видит? Кто-нибудь видит Спанжи? Никто не видит. Ладно, пойдем. Она, видимо, ходит на улице, шурндуется. Давай, оп, давай, двигаем, пойдем. Она ничего нам не сделает, она просто страшная и все. Мы, если что, под половицу залезем, и она типа такая, where are you? А мы такие, я здесь, а ёпта. Пеннивайз, тут стоит такой красивый мужчина. Смотри-ка, я, ну, стоп. Чё с тобой? Может быть, надо кинуть? Может быть, реально надо кидать? Что за игра-то, я не понимаю. Почему оно не ставится? Нужен ключ. Открывай. Так а смысл тогда того, то, что я эту штуку пронесла, она не вставляется? Не-не-не, мы так не договаривались. Ну-ка, вставляйся сюда. Типа, алло? Ладно. Я в этом не виновата, ты видел, я пыталась успешно, упорно засунуть хоть что-то, но у игры, видать, свои были планы. Так, здесь нужен сейф-ключ, давай-ка, так тут же ничего нету, здесь только табличка и как бы все. Ой, смотри, ты такая вот лажовая, баба. У нее реально как будто руки в каких-то ожогах. Да не видишь ты меня, не надо. Смотри, я иду прям за... О, какой страшный. Вот страшный Спанч Боб. Смотри, как умею, смотри. Оп, раком и все, боком, прискоком. И я уже здесь. И я уже за тобой, старая ты слепая жопа. А я уже здесь. Это ключик от домика, от плей-домика. Сейчас пойду играть в домики, в куколки и пукалки. Сейчас как заиграю. А здесь, смотри, здесь ананас. Смотрит прямо в душу. Смотрит прям реально в душу, я тебе отвечаю. Ну давай.
Давай попробуем, может быть, хотя бы ключ сработает. Страшно, жуть. Тебе страшно, а мне нет. Кто сказал, что мне страшно? Так, смотри, открылось. Хе-е-е. Допустим. Ой-ой-ой, как оно все багуется. Багудельно. Давай посмотрим, что лежит в подсобке вот в этой вот. Может быть, здесь что-то лежит, чтобы нам предложилось? Так, Granny can hear you. Бабка тебя слышит. Ну, пусть слышит. Это как бы все, что она может делать. А где она? О, подожди, стоп, 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 не бей меня, подожди, стоп, стоп, не надо! А! Меня прикончил Спанджи Бобби. А, ну, да, я не стала убегать. Я решила терпеть. Я решила мужаться, я решила быть сильной и независимой. Ничего страшного. Начнем сначала, как бы, берем мочало. Снова выкинула. Ну, я не сдаюсь. Я пройду на нормальном уровне, но пройду. Я реально пройду. Ты думаешь, что я не пройду, но я пройду. Я сейчас пройду на одной жизни. Спорим? Спорим, что я сейчас пройду на одной жизни. Вот прям вот я тебе отвечаю. День первый и, видимо, последний, потому что если мы умрем, она больше не загрузится и выключится. Такая, все, я не хочу работать. А мы такие, работаем. Она такая, нет, не буду. Капризная какая-то, понял? Пистолет не тыкает, ничего не тыкает. Ладно, что, пойдем. Здравствуйте, а где она, кстати, тусит? Я не знаю, где она тусит. Но она не опасная здесь, оно, они, спанжи. Блин, вот вроде бы с одной стороны так миленько, веселенько, радужненько, а с другой стороны она тебе даст по щам и ни хрена не ухмыльнется. Да дай пройти, ну ё-моё, чё я не могу пройти-то? Предметы вообще каким-то непонятным рандомом расхерачиваются по каким-то непонятным частям. В ящиках очень редко что-то лежит, очень редко. Тут вообще, смотри, какой-то ключ. А, это от сейфа, наверное, да? Зачем я вечно открываю эту штуку? Ну, это привычка, знаешь. Я в надежде, что я сейчас открою, а там вместо Мишки лежит Патрик. Было бы классно, прикинь, открываешь, а там Патрик лежит вместо Мишки. Опять окорок на полу валяется. Я уверена, что все это из-за окорочка, который валяется там, типа, такой вот, типа, да. Ладно, я сейчас посмотрю, что лежит у нас в сейфе. Может быть, мы сможем через хату... По-моему, там ходит бабка. И чё? И чё мы с тобой делать будем? А она меня, интересно, видит за этой штучкой? Ну, я же ее вижу, значит, она меня должна видеть. Лошара. Это, надеюсь, она? Давай посмотрим, что здесь. Weapon key. Не! Нам weapon key и не нужен. Мы и без weapon key тут как бы жопу надерем, кому надо. Это реально, это не та Грэнни, к которой мы привыкли. О! А он не закрывается? То есть, в теории, если бы я захотела спрятаться, я бы никогда не спряталась? Хе. Вот это прикол. Хихикает еще, ты понял? Мразь. Так, я попробую еще раз. Просто потому что, ну, интересно же. Нет, не ставится, ты понял? Ну... Как бы такое себе. А, может быть, подожди. Может быть, weapon key нам пригодится, чтобы отвертку достать. Точно. Извините, у нас сегодня будет новая скрытая концовка, кажется, да? А, день второй прогрузилась. Надо же, игра заработала. Игра внезапно такая решила, хватит. Давай я тебе покажу, на что я способна. И мы такие, давай, действуй. Она такая, действуй. И мы такие, молодец. Ладно. Я должен покинуть этот дом. Ну, удачи. Это что? Давайте, может быть, сходим в сортир. Смотри здесь, как у нее белоснежно намыто все. А вот в той... О, дынька лежит. Хе. Женщина! Я дыню нашла! Давайте пойдем сразу дыню разобьем. А она, по-моему, в прошлый раз не разбилась. Она в прошлый раз, дынька-то, и не разбилась. Я-то помню. Мы ее с тобой засовывали в гильотину, и толку было от нее, как с козла молока. Я помню, смотри. Ну не надо! Ну что с тобой не так? Классная игра! Нравится мне! Какая-то уже попытка, я не знаю, запуска этой игры. Давайте еще разочек. Нормальный уровень сложности. Давай. Поехали, работаем. Я хочу пройти эту игру. Наверное, нужно просто не брать пистолет. После вот того, как мы берем что-то, какую-то часть для пистолета, все багуется. День первый. Я тебе отвечаю, сейчас все получится. И с одной жизни, смотри. Эта бабка...
она будет задоминирована мной. Я Сквидвард. Спанжи Берри. Спанжи! Она, по идее, топчется сейчас в толчке. Ну, не в толчке, а там вот, где вот эти вот ее, как они называются, вот эта вот бибика, машина. Гараж, гараж, это называется гараж. Алло, гараж. Обидно то, что здесь реально не открывается. О, кусачки. Слышь, да команда, ты что делаешь? Ты чё? Я только кусачки нашла, ты решила вылететь, игра. Не пошла бы ты в жопу с таким настроением. У тебя что, ПМС, я не пойму? Дай играть! Мы что, мы ради чего здесь собрались, я не пойму? День первый. Снова. Я не знаю, как быть с этой игрой. Она сегодня прям реально показывает свой характер. В прошлый раз она еще хотя бы его там спустя время проявила. Сегодня она решила, может быть, мне лучше ничего не брать, а просто так ходить с бабкой там, заниматься веселушками-приколушками. В прошлый раз, когда я зашла в туалет, все не очень хорошо кончилось. О, смотри-ка ключ. Смотри-ка, реально ключ лежит в толчке. Ха! Вот так вот заглянуть надо было в бачок унитаза. Ну, вернее, в сморчок унитаза. Лампа почему-то уже по дефолту здесь лежит. Я не понимаю, какого хрена она здесь лежит. Может быть, бабка... Это что такое? Это лес? Не знаю. Но очень странное говно. Реально очень странное и больное. Откройте дверь. Спасибо. Заходю. Давайте откроем сразу вот эту штучку. В смысле? А это... А, это карки. А я такая думаю, а чё она не... Это что? О, это колотушка. Это чтоб это, картошку мять и пюреху делать. Хи-хи-хи. Сейчас я сделаю пюреху. Сейчас я сделаю и пюреху, и котлету. Вот, видишь, мясо висит. Значит, в принципе, сегодня все не так сейчас залагалось с этой попытки. Сейчас мы тихонечко пойдем, засунем в это, в машину. Потому что это ключ от тачки. Тихонько. Да ладно, она не слышала. Она глуховатая и туповатая. Там лежит, кстати, кот. Там лежит, кстати, кот от двери. Я не знаю, на чем мы с тобой выберемся. А, серьезно? Я шла с ключом ради другого ключа? Игра, ты, конечно, прям вот молодец. Такие мне даешь классные челленджи, но ок. Давайте пока положим вот эти ключи сюда. Пусть они тут лежат, а мы с тобой тихонечко уйдем сейчас отсюда, смотри. Пока она... Да не надо, не надо! Нет, пошла в очко! Дай мне уйти! Уйти дай! Спасибо! Ха-ха-ха-ха! Вот так вот мы и обманули эту старую женщину. Тут Галька, смотри. Кто Гальку-то разложил? За что вы так с Галькой? Галька-то тут ни при чем. Бедная Галька. Она просто хотела быть из всех, кто любит жизнь. Этот парень был из тех. Ха! Ого. А я прыгать, оказывается, умею. Ты видал? Подождите, стоп. У меня макрос не настроен на стрельбу. А! Сейчас бы, прикинь. Сейчас бы облажалась. Так, теперь у меня настроен макрос. Иди сюда, красотка моя. Где ты? Я иду за тобою. Разрываясь мечтою. По-моему, она не хочет со мной играть. Давай. Охереть, как классно. Охереть, мне нравится эта игра. Просто посмотри, как классно она играет. Так, не-не-не-не-не. Вот ты-то слишком умно хитрожопишь тут, я тебе считаю. И ты видел, что произошло? Да хорош идти на этом светильнике канделябре. Это неправильно, это нечестно. Я считаю, что так быть не должно. Я не заслужила такого отношения. Так, иди сюда, бабуль. Дай в тебя присунем разок. А? Где она? Я знаю, что ты открыла дверь. Спанжи! А? Где она? Спанжи! Где Спанжи? Ладно. Наконец-то. Ребята, у меня есть отвертка. Чем можешь похвастаться ты? У тебя нет ничего. А у меня есть отвертка, между прочим. На минуточку. Эта попытка гораздо удачнее получилась. Пока что. Даже без особых багов каких-то. Давай. Откручиваем, что лежит здесь. Наверное, говно какое-нибудь лежит. Что это? Сейф, ключ. Давай. Давай посмотрим, что же лежит в сейфе.
Надо просто на чем-то уехать и все. И как бы взятки гладкие. И пусть бабка что хочет, то и делает. Нет, я серьезно, все это время я хожу ради ключей. Эта игра, что ли, про ключи? Так, ввожу пароль. А колокольчик-то не работает. Колокольчик не работает, падла. Какого хрена колокольчик-то не работает? Я привыкла, что он работает, и половицы скрипят. Чего ничего не работает-то? Так, фотография мне не нужна. Это что? Это лучше не брать. После этого все ломается к чертям. Поэтому такие штуки мы с тобой в руки не берем. Как? В руки брать нельзя. Мама с детства говорила. Поэтому слушайся маму. Открываем ящики. Так, видимо, их нужно закрывать. Потому что я толстенькая, я не прохожу. Да уж. По-моему, я ее слышу. Дынька! У меня есть дынька. А что есть у тебя? Ни хера, зато у меня дынька. Пойду дыньку засуну. Пойду дыньку положу на гильотину. Здесь что-нибудь есть? Вечно тут ничего нет. А, тут есть кусочек пистолета. Кусочек дробовика. А еще у нас есть колотушка, кстати, ты помнишь? Давай. Так, и? По-моему, это просто по приколу сделали, видимо, да? Я вас понял. Хорошо. Тогда пошли, сейчас сходим с тобой в гараж, возьмем ключик от плейхауса, откроем плейхаус. А чё нам, какая нам, собственно, разница, если тут все равно не работает звоночек? Весь смысл же был в этом вонючем звоночке. Ой. Вот это я зря сейчас сделала. Вот это я сейчас зря. Потому что она, наверное, сейчас придет. Хотя какая разница, она дырявая просто, как вся эта стена. Бабка Боб, круглые квадратные штаны. Хрен пойми, что у нее. Хрен просышь ты, кто она, чё она. Может быть, она пошла воздухом подышать? Если она пошла дышать воздухом, у нас с тобой проблема. Ты дышишь воздухом? Мне кажется, она куда-то ушла, она обиделась. Ой, я вижу стены того домика, ладно. Открываем. Да, игра года просто. Я не знаю, это лучшая игра по Грэнни, я тебе отвечаю. Ты просто не понимаешь смысл. Ты реально, ты ничего не понимаешь. Вот ты просто такой смеешься, но это же, это реально, это классная игра. Таких классных игр вообще больше нет. Так, я беру, значит, вот эту вот дрынку-михалку. Отколупаю вот эту доску. А вот эту доску, нужно раскрыть. А еще нужно где-то высрать кусачки. Ха, ха. А где ж я их возьму? Здесь половина просто предметов не работает. Чё может быть речь, когда тут половина игры не работает? Красивая картина. Смурфики какие-то. Ладно. Давайте пытаться найти где-то кусачки. Я так понимаю, что бабка... Дверь сломалась. В Нарнию открылась. Бабка, я так понимаю, наверху сейчас. А зачем ты там? Ты ж там не нужна. Я в другой раз, окей, зайду. А, подожди, я же могу вот что сделать. Я же реально... Мы можем ее убить. Да не работает! Ты меня подставил! Ты меня подставил! Бежим! Бежим! Нас не догонят! Не-не-не-не! Ты не пройдешь в эту дверь! Ты не пройдешь! А я сказала, что она не пройдет. Потому что она бабка, которая не проходит в такие места. По-моему, проходит. Я даже спрятаться не могу. Я даже не могу спрятаться, я не могу попрыгать на решетке. Я могу просто так стоять здесь и все, понимаешь? Это безысходность называется. Это называется безысходность. Да, она сюда не зайдет. Не зайдет она сюда, она не понимает как. Она не понимает как. Так, это пистолет.
Да слушай, здесь половины предметов просто нету. Тихо, ты куда там ломишься? Куда щемишь? Может быть, в вазочке что-то лежит? Вазочка. А нахера мне вазочка? Сесть на нее или что? Зачем она? Так, это я минус рука. А зачем? Может быть, их бросить надо? Нет. И как быть? Ваша игра не работает! У меня больше ничего нету. Я ни фотки не могу собирать, ни картинки, ничего. А здесь как бы я открываю... А, точно. А я про тебя и забыла, колотушка. Видишь, как хорошо, что решила сюда заглянуть. Оказывается, у меня все это время была колотушка для колодца. Может быть, в колодце лежит какой-то ключ? Да дай пройти, ну, торшер. Эй, ну, торшер. Ну, что ты ведешь себя как мудень? Спасибо. Ну, пойдем. Нам тут капкан на нас поставили, как будто на лося идут. Но мы-то не лось, мы умнее лося, наверное. Сейчас, как я посмотрю, что там лежит. Сейчас, как я узнаю, что там лежит. Давай, крути. Чеснотка выйдет. Кукусики, я все слышала. Реально криво так работает эта игра. Это просто смешно. Что, простите? Да ты гонишь. Ха-ха. Я уж думала, пустые. Прикинь, думал, нифига себе, охренели. Пустую мне подсунули, ты понял? А куда нужны кусачки? Так, нам нужны кусачки вот сюда. Вот сюда они. Кысь. Так, кусачки нужны наверху. Внизу, по-моему, там вообще ни алё, ни бе, ни мой, ни кукареку. Поэтому пойдем. Да блин, как играть в эту игру, когда здесь половина всего, она не работает? Я не понимаю. Так, хорошо. У меня есть кружочек. Я могу его вставить в плейхаус. Что можешь сделать ты? Ничего. Где Спанджи? Спанджи! Опа. Опа, Спанджи. Ой-ой-ой, у меня сломалась игра! О! Хорошо сломалась игра, очень удобно. Очень удобно сломалась игра. Убежаем, убежаем. Кто теперь над кем смеется? Я над тобой смеюсь, Спанджи Бобби. Спанджи Бобби. А тут ничего не... А, вот еще одна колотушка, она просто слилась. Все, значит, у меня есть две уже, как минимум. А колокольчик-то не звенит. А нам две и надо. Значит, здесь лежит какой-то ключ. Пойдем. Значит, мы сейчас с тобой соберем. Значит, мы сейчас с тобой реально прям четкие ребята. Мы пройдем сейчас игру. Эту лагучую, троглядучую. Да не видишь ты меня, не ври. Хотя... На когти похож. Хотя она может меня видеть, если она смотрит так же, как и я, сквозь стену. Но вряд ли у нее есть такой скилл. Давай, что тут лежит? Ключ. Падлок ки. Ок. Падлок так падлок. Давай. Но это не решает мою проблему. У меня не сломались некоторые предметы, в которых должно что-то лежать. И как мне быть, когда половина всего здесь не работает? Так. И чё? Мастер ки. Та-та-та-та-та! Ой, ребятушки, я не знаю, как пройти эту игру, потому что, ну, эта игра не работает. Просто половина предметов не юзается. Но, тем не менее, это было прикольно. Надеюсь, что тебе понравилось. Пиши свое мнение в комментарии. Увидимся уже очень скоро. Пока.